Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег, Витоля, Андрюшенька, Инди Фай, Сережа Болотов и наши подписчики! И добро пожаловать на акт обучения на страдания, потому что это спуск GTA 5 Online! Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Пацаны, вы что, понимали? Я даже проехать не могу уже! То есть, как вы понимаете, да? Это нормально, это нормально. А все, знаете почему? Все потому, что мы записываем пуск с поздно очень-очень ночью. Ой, ну спуск, да, поздно очень ночью. Все хотят спать, а надо записывать, поэтому все меня сейчас не особо любят. Ну а что поделать, ребята, вот так вот. Да я уже это понял. Я уже это понял. Хорош, Толя, хорош. А я до сих пор даже не увидел, какой у нас спуск сегодня. А, что, Серёж? Кто подписчикам в чате писал, а? Я написал, я говорю, ничего плохого. Это неправда! Это неправда! Так, где Олег? Вы не все знаете, Олег. Да, Лёгенький, Андрюша, может на тебя приказ 69-й активировать, а? Что думаешь, а? Да дайте проехать мне, я не могу вообще ничего сделать, вы гоните, что ли, а? Так, Редлик, нафиг. Спасибо, Серёжа, спасибо, приказ 69 только Олегу. Нет смысла въебываться, на самом деле, потому что... Да, думаешь, Андрюша, думаешь, да? Да. Да бля, да ты чё прикалываешься, а? Да дайте мне хотя бы посмотреть на спуск, просто! Мне нравится этот спуск. Да, нравится, а мне уже не нравится. Да. Полторы минуты, и у меня уже горит просто. У меня уже просто реально горит. Олег. А я единственный, кто не прошел, да? А прошли только вы меня сейчас просто будете... Я понял, хорошо. Спасибо, ребят, я вас люблю. Андрюша кривой, понятно. Спасибо, ребят. Нет, я вижу, сколько самолетов. Да, Серёжа. Пельмин, долбоёб, отстань. Нет. На, блядь. Живи! Нет, ладно, хорошо, нет, хорошо, ребята, я понял. Я когда-нибудь спущусь, когда-нибудь я спущусь, и мы с вами по-другому разговаривать будем, по-другому совершенно. Олег, не вырвусь тебе из этой жопы. Да я уже понимаю, Андрей, это прекрасно, прекрасно это. Ну как, ну вот как мне спуститься, как? Смешно ему там смеется. Не, ребята, это не смешно, реально, вообще. А, по-моему, смешно. А, да? Вам смешно получается, да? Не, Олег реально лох какой-то. А, ну да. Ой, счастливо, Олежа, хорошего пути. Да, пацаны, спасибо, да, давайте, давайте, смейтесь надо мной дальше, уничтожать. Самый последний, конце. Я в ахуе. Спасибо, ребят, спасибо, да, я знаю. Спасибо за поддержку. Только респанулся, его спасибо, сразу спасибо. Вот это командный дух чувствуется. Прям поддержка. Вот это, ребята, от вас прям. Ух, прям хорошо. Спасибо, парни. Спасибо. У нас есть команда, Олег. Да, я это заметил прекрасно, как вы объединили все против меня. 13 человек против одного. Вы прикалываетесь или что? Сколько нас всего? 13. Кто мы, мушкетеры? Олег, может, ты что-то выйдешь? Ну что это такое? Нет, походу реально выходить придется, Серега. Я сейчас пойду интернет отключу у себя, чтобы я просто один остался вообще без никого. Я один это буду проходить. Да блин, пошел вон отсюда. Блин, в такие моменты я очень жалею, что я не записываю так. Ах, классно. Иди отсюда, пошел. Все, Андрюш, не понравилось, да? Значит, вот представь теперь вот тебя на моем месте, да, только вот так вот постоянно, понимаешь, да? Тоже нет. Да ну что такое? Да дайте мне хотя бы половину спуска пройти, дайте! Олег, нет, это невозможно, Олег, прости. Да, ты думаешь так, серьезно, да? Отмена. Ты реально так, вы хотите самую вот такую, да, типа... Олег, это реально попущение. На! А не получилось, Толя, не получилось. Ничего, за мной. Да, Серега, ты откуда летишь? Не, вы хотите, что до инфаркта меня сегодня довести, как я понимаю, да? Вы хотите, чтобы у нас получилась самая мегастрадальная серия, как я понимаю, да? От моего лица. Спасибо, парни, спасибо, да? Просто, Олег, 5 минут. Не смог зачем поднять. 5 минут на одном чекпоинте, да, Андрей? Да. Рекорды ставим. Стеночки. Стеночки просто прижались, у стеночки едем. Да, просто маленький мой. Тебадя, я его вижу. Нет. Дайте пройти. Дайте пройти. Нет. Вон. Накидывайся!
Что происходит вообще? Нет! 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 Давай, почти! Да! 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 Он заехал в эту хрень! В смысле? В смысле? Он у меня умер! Он у... Да, ох! У меня машина! У меня машина, а она ж даже не взорвалась, меня никто не скинул. Самый последний, это пиздец. Это каким надо быть раком? Это насколько нужно быть просто удачливым человеком, чтобы доехать до конца, пройти через огонь и воду, и персонаж просто умер. Просто вот ехал на машине и просто умер, да? Не, ребят, я больше спуски проходить не буду, не, все. Все. Олег, ты это все заслужил. Я заслужил? Каким боком? Каким? Стоит ему один раз проехать, мы его отпустим, да, и он начнет, блядь, врезаться в нас. Ну, конечно, начну, понятное дело, надо ж как-то, ну, себя тоже. Поэтому ты не доедешь, Олег. Начнет корчить себя петушка грамотного. Какого грамотного петушка, Андрей? Да тут меня с тобой не сравнивай, давай, хорошо. Где Олег? Вот это Олег доедет. Да то Олег. Да. Да отстаньте, пожалуйста. Вы моей машине плохо делаете, вы понимаете, а? Ловите его нахуй. Да сколько самолетов я принять должен-то, а? Ну что такое? Это, ну что? Нет, давайте вы спуск без меня пройдете, там заснимите, я просто в ролик ставлю, хорошо, да? Да. А я не готов, я не был просто готов к такому, реально. 40 чекпоинтов, я на первом чекпоинте! Ты, Олег, опять умер, что ли? Нет, просто я увидел 40 чекпоинтов и офигел. Ну так, просто небольшой шок такой, маленький-маленький, спасибо. О, вытолкнули красиво. Спасибо, хорош. Да, спасибо, ребята, спасибо, да. Вы там не устали, ребят, нет? А, Олег, бог какой-то, прямо жесть. Да, Андрей, да что ты говоришь, а? Андрюша, я ж тебя обгоню, Андрей. Я сделаю все, что в моих силах, но я тебя обгоню, Андрей. Пока, Олег, пока. Пока, Толя, да, давай. Весело, пацаны. Да, Олег, у меня голос начинает садиться, весело, ребята, весело, да. Олег, ждем деда. Да, Да, спасибо, Сережа, спасибо. Пошли вон отсюда. Блять, Олега держать, блять, повезло. Я его собью. Ой, понятно. Косые, ребята, косые. Так, он еще издеваться будет. Давай. Ему сейчас в жопку въеду. Это защитная реакция, просто он понимает. Какая защитная реакция? Он понимает, что это. Какая защитная реакция? Я понимаю, что я это пройду, понимаешь? Я осилю это. 100%. Да не все, ребят, никак, да? Не получается меня цепануть, да? Давай, мы справимся. Нет. Да куда? Что? Да что это такое вообще? Какой нафиг? Хорошо, Андрей, плохо. Очень плохо. Давай, надо еще немножко осталось. Немножко осталось. Давай! Доедь! Просто доедь! Просто спустись и возьми чекпоинт! Доедь! Нет! Уйди! Уйдите! Уйдите! Нет! Бери чекпоинт! Бери! Да! Кончил, Олег. Просто штопором в землю воткнулся. Я в тебя хотел попасть. Ох, ребята. Я не знаю, что это было такое. Я понимаю, всем хочется спать. Все на стрессе, на нервяке, скорее всего, да? Но я-то тут при чем, скажите, пожалуйста? Это просто какой-то... Нет, это нормально вообще, скажите мне, пожалуйста, а? Просто я лечу вперед, из ниоткуда просто с высоты в меня нос просто прилетает с самолета. Ну как это, как? Не, я лучше подольше посижу в черном экране, реально. Я дальше не хочу проходить, реально. Не, надо все, надо успокаиваться, надо реально успокаиваться. Иначе мой голос... Тихо! Да что происходит вообще? Люди, вы с ума сошли или что? Я не понимаю вообще. Тихо. А что, даже не сбиваешься? А потому что я уже чекпоинт хочу подобрать и просто хочу это пройти уже. Все! Вы реально меня сейчас просто доведете, пацаны, до срыва, понимаете? Все, просто чекпоинт. Ура! Все! Я подобрал чекпоинт, ура! Второй или какой-то третий чекпоинт. Пятый чекпоинт, ура! Хорош, Олежа, хорош. Серег, то есть ты хочешь сказать, что до этого не был максимальный приказ 69, да? То есть до этого его типа не было, да? Не-а.
хранитель моего пукана. Горящего, полыхающего просто пламенем. Все, ладно, отпустите Олега, ё-моё, сколько ты будешь продолжаться? Это очень долго будет иначе. Он же плакает. О, Андрюша, совесть проснулась, я смотрю, да? Ох, ты ж ничего себе, а с чего это так вдруг? А с чего это так вдруг, Андрюша, скажи? Да, мне жалко стало. А, да? После 12 минут жалко стало, да? Ну нет, ты что, можем часик посидеть здесь вот так вот, в принципе, чего нет? Да, согласен. А сколько еще чекпоинтов? 35. Блять! Олег, ты не упал, надеюсь? Упал? Спасибо, Андрюш. Просто Андрей говорит: не, ребят, давайте Олега не будем трогать. Через минуту просто влетает в меня. Андрей, это нормально вообще, а? Не, я реально сегодня. Я реально голос сегодня посажу свой. Отвечаю. Ой, Толя, не надо, Толя! Дайте, пожалуйста, спуститься, пожалуйста! Люди добрые, злые! Поее! Смешно ему, да хватит издеваться! За все серии, Олежа! За все серии, да! Нашел спуск, давай, на котором сорваться надо было на мной! Олежа, давай между нами, и мы а, для да, 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 давай, да, давай, да. Влезай. Да. Олег, иначе ты улетишь. Думаешь? Давай. Между Толей, держи между пакетик Толей. Мой, я напердел. Ой, бля, зря вы да это сделали. Бля, а из-за кого это сейчас пришло его полностью? Не, ну что это такое? Ну что это такое? Давай это оборона или что это? Я не понимаю. Там как выйдет, Олежа. Смотри, как мы едем. Это реально кортеж стол и получается. А, отвалился кортеж, нет. Сережа, с дороги. Давай. Голос, все, пока, до свидания. Нет, как, что? Счастливого пути. О, нормально. Нормально! Прилети два кофе, давай! Нормально! Олег, уходи, я тебя протараню нахер насквозь! Все! Что? Это что такое здесь? Ну нет! Это не спуск, а война какая-то! Это реально, что это? Я реально чувствую, как... Да что такое? Нет! Пожалуйста! Пожалуйста. Вы хотите меня в начало затолкать? Обратно его пихать. Вам делать нечего или что? Да ну оставьте меня в покое, пожалуйста. У меня... Я сейчас плакать начну. У меня слезы. Да хорэ, реально успокойтесь. Дай тебе, блядь, доехать, да? Ёбнутые. Он доехал. Вы не успокоились еще, ребята? Пока да меня... Ребят, посчитайте, пожалуйста, сколько самолетов в комментариях. Напишите, у меня только что врезалось, а? Там за 30 самолетов точно уйдет. Давайте, да. Машина-то еще жива. Я не знаю. Все, умерла. Все, спасибо, ребят. Спасибо, да, спасибо. Заново проходить, спасибо, пацаны. Ну, не надо, ну зачем вы так, Олега, кофе-то, ебаный? Это кто меня сейчас кинул? Нам всем в комментариях будут Андрей! Писать, как вы псы, блядь, уебищные. Ты переобулся сейчас в секунду, ты это понимаешь, а? Ты говоришь, зачем вы так со мной, с Олегом кофе? И через секунду же скидываешь меня, Андрей! Бля, Олег, это не я был, честно. Я видел твой ник, я видел, это был ты. Я сделал печатки, это в твои пальцы были, Андрей, я проверил твою ДНК. Поставьте лайк за этот спуск, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу. За все мои нервы. Которые были потрачены на этот спуск, пожалуйста. О, Олежа. Привет, Сережа, да? Как дела? О, пока. Уже, ну нормально, еще пока на нере более-менее. Получше стало? Да, получше, знаешь ли. Вот я аккуратненько сейчас прохожу. Попустил, Олег. Пока самолеты там все летят, я вижу, они собираются. Потихонечку. Не-н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 е. О, проскочил. Это тот самый момент, который ловить надо. Давай. Да! Олег, это я сделал тебе окошко. Олег, это я тебе окно сделал. Я взял. Как же тебе повезло. Я взял. Корточку в Европу. Я взял. 8 чекпоинтов. На машинах ездили. А что? Да. Да как так? Да я не понимаю. Второй раз так, а? Андрей, ты хочешь сказать, что я виноват, да? В том, что я чекпоинты так долго выбираю, да? А, то есть это полностью моя вина, да? Да. Ну я понял. На меня со мной. Что это такое? За мной 2 или 3 самолета летят. Ну что это вы? Это сопровождение, Олег. Сопровождение, да? Да. Да что ты говоришь? Неплановое учение, да? Смотрю. Сейчас тебя научат.
Просто ой, все проходили. На самолетах летят, отлично! Просто ура! Летим, никто скидывать не будет меня! Слава богу, давай! Так, спавнимся, быстрее, быстрее, быстрее спавнимся. Надо самое главное, чтобы просто быстренько заспавниться и быстренько поехать. Давай, 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 поехали, 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 поехали. Андрюша, даже не думай догонять меня. Нет, нет, Сережа, нет, Сережа, нет, 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 нет. Не трогай, пускай он едет. Все, 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 поехали, 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 поехали. Ах ты, рифер, засранец, ждет меня, ждет меня, стоять, смотри. Нет, нет, надо от конкурентов избавляться. Надо избавляться от конкурентов. О! Давай, 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 нет, нормально, хорошо, давай, спускаемся дальше, я еще пока живой, пацаны, на удивление, на самом деле. Олег, с тобой там вся, вообще все, вообще все, самолеты. Я вижу, нет, один самолет ждет меня в начале, я это прям прекрасно вижу сейчас. Так, мы приближаемся, но, нет, а как я чекпоинт подберу-то сейчас, нет. Нет! Олег, подбери, пожалуйста, а! А как я его подберу, если меня отправили за предел? Ну, ё-моё! Олег, ты спустился, ты где? Да я пытаюсь, Серега, спуститься, то самолеты, то машина, то еще что-то. Вот, друзья, пока я спускаюсь, можете, пожалуйста, в комментариях написать какое-нибудь хорошее средство для лечения горла, пожалуйста, да? Для лечения голосовых связок! Олег, у меня есть, есть. Какое? Как называется? А, понятно, я понял, Андрей. Ой, какой ты дурак просто, реально, а! Яички свежие. Ну вот просто, ну вот мозгов вообще нету у него, ну вот. А кто я? А кто я, что ли, а? Я что сказал вообще? А что ты сказал, а? Я ничего. Что происходит? Да почему я? Я только приближаюсь к чекпоинту, и меня просто сразу же отбрасывает назад. Не, ребят, реально, напишите какой-нибудь, не знаю, таблеточки, какие-нибудь, не знаю, эти сосушки просто для лечения голосовых связок. Вообще не жалко меня, вообще просто. Ну, типа, вообще. Меня просто вдвоем зажали, и я вообще не могу тут проехать. Едь, давай. Прям как гопники, спасибо, да, Сереж, едет, спасибо. Я реально как гопота просто собралась, меня шпанает тут, давай, и все. Давай, 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 едь. Почему едь, зря? Петух. Что с моим грузовиком? Да дайте проехать мне! Отвалите от меня! Отстаньте! Вы просто посмотрите на мой грузовик! Это уже не грузовик! Я не знаю, что это такое! Но это просто бред! Это просто какой-то бред! Ура! Еще один чекпоинт позади! 12 чекпоинтов и 40, Андрюш! Епа. Да, 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 да. Слышь, ты бесполезный. Да ты чё, офигел, что ли, а? Я знаю, где ты живешь, Андрей, знаю, на каком этаже. За стенкой, ёбэ. Ура, следующий чекпоинт. Вот, давайте, попробуйте меня остановить на этой машине, давай, Олег, давай. Я уже 6 самолетов взорвал. Сейчас никто, только, вот на этой машине давай, меня точно блин, никто не остановит. Ой, Андрюшенька, Андрюшенька, да, подожди, да, меня. Андрюша. Да, блин. Пока, Андрюша. На! Е-мое, красиво по обломкам самолета сейчас выехал, а! Это я, между прочим. Не, не, там другой был. Не, под этой, под навесом, я. О! Я знаю лайфхак! Я знаю лайфхак, а короче. Я знаю, как эту машинку вытолкнуть нахер. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я трепчу! Я боком иду, пацаны! Попробуйте меня остановить, давай, попробуйте меня сейчас остановить, давай! Меня сейчас никто не остановит, потому что у этой машины есть функция такая, что она может ставни, короче, в землю опускать. И я его вот сейчас как раз этим и воспользовался. Давай, попробуй, давай! Просто ни у кого не получается, видишь? Взрывайте меня сколько хотите, давайте. На! Все, никак, ребята, да? Никак не получается. На! На! Ой, можно мне постоянно на эту машинке проходить, пожалуйста, а? Это такой кайф просто вообще. Меня никто не может остановить, просто unstoppable. На! Блин, это кайф. Это реально кайф. Просто. Давай, еще одна новая артиллерия, давай. На! Новая волна самолетов, я что-то не чувствую, пацаны. Друг об друга взрывается. Не, ребят, что-то слабо как-то на самом деле, реально. Да, Рик, что-то слабо, что-то слабо, ладно как-то. На! Не-не-не, накажет никто меня, Андрей. Олег, я весь спуск спустился на этих ставнях, ты понимаешь? Меня никто остановить вообще не может. Сколько самолетов меня врезало. Олег, за уши притянут к одному месту. Давай, на! Все, я думаю, можно ставни, в принципе, это выключать и ехать нормально уже. Все, поехали. Все, это реально имба вообще. Это реально рабочая тема. На. Блин, какой же это кайф.
Какой же это кайф просто. Я как в бункере сижу, отвечаю. Я реально как в бункере просто. Это такой кайф. Это, Олег, твой максимум, чем ты можешь пройти. Нет. Олег, сейчас машина-то поменяется. Да, я знаю, Сережа, я знаю. Но я поэтому такой смелый был. Ну все, я подобрал еще один чекпоинт. Отлично, ребята, прекрасно. Слушайте, ну 16 чекпоинтов 40. Неплохо так движемся, на самом деле. Ты на каждом чекпоинте это говорить будешь, Андрей, или как, я не понимаю. О, Толь, погоди меня, стой, сейчас вместе поедем, погоди. Я со Стабой ехал. Толя, сейчас вместе поедем. Поехали, Толь, давай. Ой, не, она не поедет вместе, не все. Все, меня здесь прижмут. Я тут с друзьями, понимаешь? Да я понимаю, да. Ой, ребята, ой. Да ты прикалываешься, а почему прикалываешься? А 9 распространяется только на меня. Почему на Андрея он не распространяется? На Толю. Ну, что, Олег, а сказал Олежу, что почему не распространяюсь, когда меня четверо сталкивают? Не видел этого, Толя. Ты только что видел это, слуха. Не видел. Я видел, как ты видел. Я не видел, как ты видел. Давайте, трогайте меня, где хотите, ребята. Давай. Зеленый свет вам давайте, пацаны. Полный газ, газуйте, давайте. Смотри, Олег, это тебя не так поймут. Да какая разница-то уже тут, а? Выдатолкаешься. Можно. Ты знаешь, что не вытолкаешь. Ой. Хорошо, нормально. Нормально, я живой. Это меня радует. Вот сейчас надо спускаться, пока никого нету. Не интересно, самолетов мало. А почему не интересно, Сережа? А я в этом виноват, скажи, пожалуйста, а? Нет, не догоняй меня, нет. Надо успеть. Отлично. Плохо. Ай, хорошо. Едем. Давай. Быстрее, пока никто не заспавнился. Да нету там никого. Ну, что, заспавнится? Я же про это и говорю. Все, 20 чекпоинтов, половину пройдено, отлично. О, давай я тебя дождусь. Не надо дожидаться меня. О, Толя, привет. Пока. Счастливо. Пока. Пельмень пошел отсюда. Все, отстанет меня. Давай, пацан, давай, на! Что, понравилось, да? Кто там следующий? Давай! Успеть за сеночку. Сеночки. Хорошо. Прекрасно. Отлично. Ты что, Серег, слышишь? Я ж тебя сейчас догоню. Давай. Сейчас, только перевернусь, погоди. А что у вас там за свалка спереди, а? Да ничего, нормально, только не обращай внимания. Нормально, да? Да, нормально. А уступите дорогу автобусу школьному, я детей везу в школу. Как-то. Да, конечно, везет он там. Здорово, Леш, пока. Я, подожди, найти. Стоять! Сосай куда, сай, печь. Стой! Ой, нет! А это был, между прочим, автобус с детьми. Нормально, все дети живут. О, все, пока, Толя, пока, давай догоняй меня. Да, теперь ты самолеты собирай. Я их просто на кусочки разламываю. Чё, никак, да? Никак, Грифер, да? На! Сейчас тебе поломают, Олеже, ты не поломают меня, уверен. Уверен, на все сто не поломают. Уверен, на все... На, пошел отсюда, Серёжа, пошел, давай, погуляй. Воздухом подыши, иди. Конечно, довольный. Конечно, я прохожу в кои-то веки. Конечно, я... Да что это такое? Чей-то нос в меня только что заехал, а? Отстаньте от меня, а? Хватит меня трогать. Все! 24-й чекпоинт! Олег, ты, кстати, не последний, молодец. Ну, я понимаю, потому что кто-то стоит специально на одном чекпоинте и специально намеренно скидывает кого-то, да? Все, я чекпоинт подобрал, вот теперь я на автобусе. Ой, ладно, надеюсь, на автобусе пройдем сейчас. Ой, чувствую, этот самолет был нацелен в меня, но немножко промахнулись. Да отстань, Сережа, отстань от меня! Не прикасайся, хватит лапать меня, пожалуйста! Ты недавно сказал, что тебя трогали все. А все! Я говорил тогда, а сейчас говорю нельзя, все. Надо было делать это тогда, когда я разрешал. Сейчас запрещаю, все. Редлик, не надо. Не надо, Редлик, отстань. Редлик, не надо, я знаю, ты не хочешь это делать. Ну он прям взад ко мне въехал, ты прикалываешься, а? Редлик, Толя! Это был автобус с детьми, Толя! Как полетел к дождю низко. Олег, я тебя защитил. О-о-о! Нифига себе, сальтуху сейчас сделал. О! Хорош, спасибо! Давай! Давай мне скорость придавай! Ну же! Давай! О, Серёга, спасибо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это что там такое? Нет. А-а-а!
не получилось, да? Не получилось, Толя! Не получилось, не бортануло, давай! Да Сережа тоже красный, блин, взял себе. Чекбайн, 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 бери чекбайн, 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 да! Ура! Все, 28 из 40, ура! Поехали, Толя, давай! А ты не хочешь на меня запрыгнуть? О, легко кататься можно. Да, можно, я разрешаю, можете запрыгивать на меня, давайте, ребят. Можете делать со мной, что хотите. Вы и так, в принципе, со мной сегодня что хотите, то и делаете, да? Продержите всю серию. Нет. Что ж... Нет, ну вы... Нет, я все... Пока, Леш, счастливого пути. Давай, 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 давай. Торможу. Давай. Так ты не тормози, ты наоборот. Вот. Тихо, тихо, тихо. Сближайся, Сережа, давай. Понятно? Не получилось, короче. Не по... О! Хорош! Ты панулся! Бля. Нормально. Ой-о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 й
Где? А, это ты, Толя. Я вижу тебя. Все, 32, 40, 8 чекпоинтов, пацаны, ура! Давай, Серег, поехали вместе. О, давай, мы как раз два красного цвета, пусть попробуют угадать. Ой, Серег, по-моему, сзади летит самолет. Давай, Леш, я каскадер. Нет, нет. На себя буду принимать. Нет. Румынский тигр Олег. Не-н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 е-
Офигеть просто, чё? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, хорошо! Едем дальше, давай! Сейчас пройдем на изи, давай! Уверен в своих силах, уверен в себе, давай! Опа! Опа, полетели, давай! Закружило, завертело голову мою! Тихо! Нормально! На колеса просто, просто... О, все хорошо! 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 Олег, там на задник, что ли, по-моему? Не-не-не, нормально, 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 нормально! Редлик, 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 поехали! Давай, 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 о, давай, Толик, давай! Let's go, let's go, let's go! Здорово, хорошо, идем! Редлик, давай вместе пройдем сейчас просто, вот так вот, да, в обнимочку. Ну, Азок, Мазок, ну ты куда лезешь? Олегу там машина горит! Машина горит! О, взял чекпоинт, все, ура! Так, 36 из 40, парни, все! Сейчас, по идее, финишная прямая уже должна быть. Все, поехали, Серега, готов? Да, поехали. Ты точно готов к этому, Серега? Толя там еще спереди пихает. Ой, отлично, это хорошо. А, подожди, это Толя прям перед нами едет? Да, сейчас? Это Толя был. Сейчас давай ребята, догоним его. Не-не-не, Толя, мы тебя сейчас догоним. Или нет? Что было? Да за что это за посадка такая, не понял, у него была на мою крышу, а? Столько деталей падает. Да я вижу, Серега. Фига себе, сколько там самолетов. Просто там по детальке все по болтикам просто посыпалось. Да какой там, Серег, я горю. Я один самолет. Серег, я горю, ты это понимаешь? Сейчас будет взрыв уже скоро, по-любому. Я ж не доеду до конца, у меня все. Ребята, у меня вся машина горит. А, все, умер. Я вижу уже одного клиента, который летит. А пусть думает, что это ты. Вот, все, минус один. Держись! У меня кетчуп в машине вывалился с майонезом, нет! О, нормально? Нормально? Не-н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 е
Просто вот до чекпоинта, но... До чекпоинта рукой достать тут просто можно, ну! Пошел, у меня... Все, она не... Нет! Хороший разгон, Сережа, хороший буст получил я. Спасибо, да. Да. Все, отлично, отлично! Финиш появился! Ура! Поздравляю, Лена! Наконец-то! Ты это не заслужил, но ладно. Ты чё, офигел? Ты чё, офигел такое говорить? Свет не заслужил! Я прошел через огонь и воду! Я прошел через такое тут, а! Не заслужил! Ага! В ролике посмотришь, в ролике увидишь, что ли, да-да! Все, просто до финиша долететь! Просто до финиша долететь еще. Просто долететь до финиша. Просто унижаем Олега, финиша. Просто долететь до финиша. Все! Ура! Спасибо! Наконец-то, ребята, все! Надо реально после этого спуска, мне кажется, все, отдыхать 100%. Ребят, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Поставьте лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были Качина, Олег Кофе, Толя Следователь, Андрей Индифай и Сережа Болотов. Все были ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Счастливо, народ.